Доброе утро, друзья! И сегодня с самого утра прекрасная новость. У нас начинает работать платформа, которая свяжет всех инфодайверов, всех людей, кто тренируется, кто занимается на клубах, кто обращается за консультациями, кто обучает, у нас будут свои тренера, и кто хочет вообще с нами держать связь. Это единая платформа, она называется sabrishin.com. Это проект Sabrishin международный. Это проект людей, которые обучаются инфодайвингу, погружением в себя, погружением за информацией и работе с информацией. Итак, для того, чтобы к нам подключиться, заходите на сайт. Сайт sabrishin.com. Пишется sabrishin.com. Регистрируйтесь. Там идет регистрация, вам высылается ссылка, вы авторизируетесь, и у вас открывается свой кабинет. В этом кабинете будут стоять разные папочки. Пока он у вас пуст. Потом тем, кто прошел обучение, там высветится все, что у них пройдено. Те курсы, которые они проходили. Те, кто не проходил обучение, ничего не будет. Клубные занятия там тоже будут высвечиваться. Там же будут высвечиваться предложения тех же клубов, которые можно еще взять в будущем, которые будут проводиться. И вы будете все наглядно видеть. Более того, вы будете видеть, кто проходил какое обучение, есть ли у человека разрешение на работу с другими клиентами, кто тренируется. Там можно будет удобно создавать тройки, там будет удобная связь, интернет закрытая, когда к вам никто не подключится и не возьмет информацию вашу личную. Да? То есть это все будет на этой платформе. Здесь идет регистрация, здесь идет, в дальнейшем будет вестись работа. Заходите, регистрируйтесь. Сегодня клуб уже будет идти с платформы. В начале, да, могут быть накладки, где-то e-mail упал в спам, где-то еще что-то. Не нервничайте, программист активно работает. Сегодня такой активный день запуска. И сегодняшний клуб уже пойдет здесь. И следующий курс по восприятию богов, он пойдет тоже уже с платформы. Мы не решились его выдавать по ссылкам YouTube, чтобы они не были взломаны, чтобы они не попали туда, куда не надо. Потому что курс предполагает действительно быть очень сложным, очень серьезным и открывает невероятные возможности для техник влияния. А здесь нужна осознанность людей и осознанные подходы. Поэтому, как я и говорила, главным фильтром у нас будет стоять фильтр финансовый. Человек оплатил, у него получилось провести платеж, учитывая особенности белорусской банковской системы. Значит, он участвует. Не получилось, значит, он не участвует. Людей, которые, как у нас принято, отдавать и десятину, и пускать людей бесплатно, таких людей не будет на этом курсе конкретно. Потому что мы сами боимся, да? Мы сами отдаем в руки аудитории те знания, которые, да? И поэтому здесь все решает Бог. Мы вот ответственность с себя скинули. Такой вариант проходит. И в то же самое время зеркало нам показывает, что отдать эти знания надо, вот эти наработки надо. И отдать надо людям, которые действительно уже начали работать с другими людьми и действительно хотят оказывать помощь. Помощь детям, помощь взрослым, которые тренируются при этом. Но у них некоторые вещи не получаются. И мы понимаем, что пока они вот не возьмут этот информационный пласт, у них не будет весомого результата. Да? Поэтому вот мы стояли перед выбором, так на качелях, да или нет. И мы склонились в сторону «да». А другой вопрос – кому? Вот кому, пускай нам помогает Бог. Итак, ждем вас сегодня на регистрации. Все дальнейшие курсы и тренинги будут идти с этой платформы.